Так, ну что ж, давайте поколдуем, наверное, да? Не знаю, чем это закончится, но попробуем открыть эти два файла. В одном из них меня привлекает облик на подоконнике. Вот этот облик. Во втором вот это место и освещение вот здесь. Попробуем их связать сначала. Так, сценарий, загрузить в стек, добавить открытые файлы и попытаться. Вот так, да? Ну что ж, хорошо. Это мы сейчас перекроем черной маской и белой кисточкой сделаем здесь свет. Ну, отсюда, конечно, мы уберем это безобразие. Так, уже что-то есть. Будем думать. Давайте развернем сначала это все. Оставим 2, нам уже не нужны. Тоже пока. Давайте сначала развернем все, а потом уже будем что-то делать. Понимаю, что вот здесь придется нам несколько поработать в том плане, что Ctrl-T и двигаем сюда. Так, хорошо. Уравновешили, да? Более-менее. Так как нам не интересен, пускай так и будет. Так оставим. Если это у нас лунный свет, то нам и надо превращать. То есть мы берем сначала коррекцию, скажем, черный. Вот, а здесь уже поработаем в этом плане. Выделим. Так, и вот так выделим. Вот так, хорошо. Окей. Черно-белый. Так, это оставим пока. Я здесь сделаем черно-белый. Так, вот теперь посмотрим, что можно сделать с этой. Средний тона свет. Так вот. Вот так оставим, да? Вот такой холодный свет. Отлично. Немножко его надо успокоить. Насыщенность уберем. Чуть-чуть насыщенность. Вот так. Есть. Убрали. Так, ну теперь, в общем-то, все должно быть просто, по идее. Мы должны затемнить это, сделать вот так. Это отключим, а это сделаем темным. Вот таким макаром. Так. Ну и здесь, короче говоря, мы просто делаем. Ну а теперь у нас выбор. Или мы работаем вот с этой штукой. Или вот с этой.
Немножко высветлим вот так. Здесь чуть-чуть. Это много. Нет, кое-что должно остаться там невидимо. Вот так. Так. Уже неплохо. Но я вот такой, чтобы я добавил немножко. Давайте мы сделаем это еще. Так. И сделаем еще немножко светлее. Так, вот такой, допустим, да? Вот такой. Черный. Ctrl-E. Ну и здесь надо постараться, ребята. Вот с этим трудно работать, но надо попробовать. Вот такие незаметные немножечко. Еще лучики, да? Вот я говорю, вот этот угол, за ним нужен глаз и глаз, чтобы оно не было как бы назад переиграем так и плотность. Вот тут у нас пошел пересвет небольшой. Так, с этим мы должны как-то справиться, да. То есть вот это ставим тоже маску. То есть здесь работа на масках в основном. Так. Вот так, и она уже пересвета у нас нет. Вот так. Хорошо. Подождите. Тут как бы не заострить надо это дело. Так. Применить свою маску. И здесь тоже. Так. Соберем. Это все нормально. Давайте на один слой соберем. Так, совсем неплохо, совсем неплохо. А что если мы вот тут сделаем еще светлее? Я имею в виду вот это место. Ну и здесь можно попробовать один лучик сделать. Нет, это уже лишнее. Так. Здесь все хорошо. Еще чуть-чуть и пересвет был бы. Поэтому растушуем. Вот так. Okay. Ну и если нам очень хочется, конечно, вот эти вот здесь сделать, то давайте еще раз так сделаем. Вот такая работа у нас. Черная. И вот теперь.
это будет. Лишнее удаляем. Так вот. Все. Я думаю, готово. Теперь смотрим. Я бы такой, чтобы вот тут тоже сделал посветлее вот это место. Ну-ка. Нет, не так. Кувшин, я имею в виду, у нас слишком плоскостной получился кувшин. Сейчас мы его поправим. Надо было вот, чтобы он вот так немножко засветился. Чуть-чуть. Для этого мы сделаем следующее. Так, убираем лишнее, добавляем здесь свет. Где-то так. Ну, после этого мы, если мы довольны этим всем, мы это сделаем. Сохраняем, не отмена. Мы это делаем на одно. Ну и тут еще раз идем в коррекцию цвета и смотрим, что нам тут больше нравится. Как нам лучше сделать. Так. То есть тут уже, ребята, на ваше усмотрение, как вам больше понравится, так и сделайте. Окей? Ну, я на этом заканчиваю. Всего доброго, друзья. Пока. Yeah.